Ну что, друзья, яшники не перестают нас радовать и выкатывают интересные карточки. Вслед за Криштиану Роналду появляется карточка Уэйна Руни. Конец эры. По характеристикам смотрим, я не вижу ни одного недостатка. Ну да, возможно, баланс немного маленький, так скажем, но я ему дал мотора, а это значит, что он будет и бегать быстрее, и, собственно, двигаться. Также яшникам респект за то, что добавили плюс к винтам и слабой ноге. 4 на 4. И самое прикольное в этой истории, что это даже не оверпрайс, что не похоже на eSports, всего лишь 400 тысяч. Да, лига, возможно, не самая классная, но так или иначе. Ну и визуально эта карта практически по всем параметрам уделывает среднюю карточку зубастика, которая на секунду стоит 9 миллионов. За оперативность от вас попрошу лайкусики в виде 10 тысяч и оставить какой-нибудь классный комментарий. Ну и, конечно же, ребята, в этом скваде вместе с ним напрашивается Криштиану Роналду. Вернем, так скажем, былые времена, когда они вместе играли в МЮ. Также в этом скваде, естественно, будет Пол Сколс. Лоран Блан тоже, если кто не знает, он также играл в Манчестер Юнайтед. Естественно, без Бекхэма тоже не обойдемся. И на острие вместе с Уэйном Руни будет стоять Решфорд. Ну и защитка такая дефолтная у меня. Варан, Менди, Куадрадо чисто, чтобы дать линк Криштиану. Ну и, собственно, Буатенг вместе с Нойером. Ну а примерно вот так вот играет Тотти Мануэль Нойер. Криштиану Роналду с левой нерабочей ноги 3 звезды просто на изи перекидывает лучшего голкипера в этой игре. Сейчас, чтобы вы понимали, форму Манчестер Юнайтед найти невозможно. Но я сидел, активно спамил около 5 минут и все-таки купил ее на трансферном рынке. Также я заморочился с перформансом. Англия, Манчестер Юнайтед, все как надо, даже речевки, ребята. Также, естественно, гимн клуба. В общем, можно сказать, это такая отсылочка к моей старой рубрике. Алды, наверное, вспомнят. Назад в прошлое. Будем тестировать, естественно, в самых боевых условиях. Это второй дивизион, пока что это мой максимум. Ну и, к слову, ребята, актуальная реклама. Завтра в рамках английской премьер-лиги сыграют два бывших клуба Уэйна Руни. Это Манчестер Юнайтед и Эвертон. Вы всегда по закрепленному комментарию можете сделать ставочку на сайте OneX, или же вы просто можете перейти по моему QR-коду. А если вдруг вам нужны монеточки на такой же СБЧ, или же просто хотите открыть пак, ссылка на личный сайт в описании. Очень волнительный момент, ребята. Многого я, наверное, жду от этой карты. Так, Криштиану, Ретро, Неймар, Мбаппе. Ну, ясное дело, крутой состав. Поехали щупать карту Уэйна Руни. Так, ну слушайте. Короче, по дриблингу карта пока что выглядит намного круче, чем прошлая его карта из FIFA 20. Хорошо, начало. Дэвис, обычно Дэвис мне забивает с навеса. Ладно, нормально стартанули. Так, Уэйн Руни, давай проверим. Навес, ну! Ну! Блядь, да как Уэйн Руни не забивает с такой дистанции? Карточка 93 рейтинга. Просто, блядь, в упор в голкипера стреляет. Блядь, Сколс опять в атаку рвется. Ну ладно, раз рвешься, забивай тогда, хорошо. Пол Сколс, ребята, голешник. Ну, меньше всего я, наверное, в этом матче гола от Сколса ждал. Давайте лонгшот проверим. Да, блядь, с такими автоблоками смысла вообще нет. Ну, каждый удар это, блядь, в 90% случаев, блядь, это вытянутый ебучий шлагбаум, блядь. Так, вот он. Вот он, Уэйн Руни. Ну-ка! Хорош! Вот это удар с разворота. Уэйн Руни забивает голешник и... Почему бы в честь этого не станцевать брейк-данс? Слушайте, мы отыгрались, что меня не может не радовать, учитывая, что вначале я прям дико проигрывал. Так, ну-ка. Ой-ой-ой, хорошо летел удар. Хорошо, но немного не точно. Гуаин бы, наверное, в этом моменте забил. Смотрел обзор на эту карту, тот знает, о чем я говорю. Хорошо. Беги, Уэйн. Беги, Уэйн. Беги. Беги. Тебя никто не должен догонять. Вот такой вот замах. И... 2-1. Точнее, 3-1. Уэйн Руни сейчас в соло протащил и забил голешник. Респект. А вот такая закидушечка от Дэвида Бекхэма на Роналду. Роналду. Здесь сделаем вот так. А потом вот такой вот финт. Блять, ну как в текстуре застрял. Вот такая передача на Уэйна Руни. Отличные пасы от Сколса. Боди фейнт. А вот это вот сейчас хуйня какая-то была. Ну типа я прям вообще слабо нажал. Чуть за удар. Вот в такие моменты ты начинаешь задумываться о страшных вещах всяких. Ой. Мне кажется, у него там футбики друг другу помешали, блядь, и он не смог забить. Лол. Так, давайте проверим Уэйна Руни на навесы. Вот мяч летит на него. Но он маленький по росту, поэтому вряд ли. Что происходит? Что за...
Пиздец, это что только что было? Прям как нож сквозь масло прошел Неймар. По первым ощущениям, Уэйн Руни выглядит неплохо. 9,3, 2 голешника, 3 ассиста от Криштиану Роналду. Ну и переходя к нашим корешам из OneX, не забывайте про мой промокод PANDOS. Так, успеем ли посмотреть второго соперника? Роналду, Дибала, Канте, Тоти, я видел Дэвиса. Так, ну у этого парня состав, конечно, посильнее будет. Базару Зиро. Так, Дэвид Бекхэм. Ой-ой-ой, какой пас на Уэйна Руни! Связочка, дай обниму тебя, Бэкс. А давайте попробуем. Ой-ой-ой, какой пас! Какой пас от Сколса! Уэйн Руни! Блин! Вот такие постоянно у меня Игуаин клал. Так, ну соперник злой. Я прям чувствую, как он... Вот вам и Тоти Дэвис. Это пиздец какой-то, ребят. У меня Дэвис просто разъебывает. Это гол, скорее всего. Что сейчас сделал Нойер? Нет, тут без шансов, ребят. Тут я, скорее всего, проебал. Потому что... Блять, я чуть не охуел сейчас. Вы видели, как мяч летел? Уэйн Руни. Найс лонгшоты. Бля, ну соперник хорош. Ну это прям вообще next level какой-то. Прям я этот Дэвис просто заебал. Давайте вот так вот попробуем, блять. Ну почти. Без шуток, это, наверное, самый сильный соперник, с которым я когда-либо встречал. 2000? Найс соперников не подбираем. 2112 очков у него. Это вроде почти вот у максималки. Но я сразу понял, что это машина какая-то, что этот чел явно не моего уровня. Ладно, третий соперник. Так, Вьера. У этого чела состав уже не такой крутой, как у прошлого, но этот парень тоже потненький попался. Так, хорошо. Уэйн Руни, в дальний. Блять, ну братан, ну такие моменты, ну ты обязан просто решать своими статами. Вот так вот, Криштиану, ну-ка. Хорошо, 3 раза бил. Впервые за очень долго матч. Давай обнимемся. На, они снова вместе, Руни и Криштиану Роналду. Блан подбежал, Бэкс подошел. Вся старая гвардия вместе снова. Окей, 1-0. Ну блин, ну Уэйн Руни, конечно, в этом матче меня пару раз разочаровал. Так, Уэйн Руни. Ну бегает он как-то очень странно. Ну не сказал бы, что вот тут чувствуется там 87 или 88, сколько у него там нарисовано. Плюс я же мотором еще бущу, типа он неохотно очень бегает. Вот так вот. И блан, хорошо. 44-я минута. Как только я перестал играть только на Уэйна Руни, я начал забивать. Так, а вот здесь вот провал, конечно, у меня солидненький. Хорошо, Нойер. Квадрата, ну-ка. Вот такая подача на Криштиану Рональду. Второй этаж мой. Рэйдж квит. Так, ну, Криштиану Роналду 10-0. Два голешника. Уэйн Руни вообще ничего не сделал. Хотя при этом у него оценка 8,7. Очень странно. Так, next соперник. Бенедер, Неймар, Мбаппе, Канавара, Варан. Так, вот и провал. Вот и провал. Вот и добрый вечер, скорее всего, на это 1-0. Такой пас. Такой. Отличное забегание. Бекхэм. Ой-ой-ой, хорошо. Ну-ка, лонгшот! Блин, вот сейчас очень круто влетел Уэйна Руни. Ой, провалище, ой, провалище. Ну, Нойер ничего сделать не может. Ну, ты, коротко говоря, скорости Буатенга и, коротко говоря, игры Нойера, блять. 1838 очков у чувака. Ну, тоже больше, чем у меня. Какие-то киберспортсмены мне попадаются сплошные. Ну, вот смотрите, каждый состав это Мбаппе, Неймар, Варан. Ну, типа, прям вот... Ctrl-C, Ctrl-V. Каждый матч. Ну, давай. Ой, хорошо, обогнал Уэйн Руни. Ну, перекидывай. Ну, хорошо. Уэйн Руни перекинул. Да, опять какой-то потный попался. Чел катает просто пиздец. Ну, в этом матче я, наверное, тоже проебу, скорее всего. У меня есть подозрение, с чем это связано. Почему столько игроков попадается мне из первого дивизиона. Потому что это PlayStation 5, и понятное дело, что здесь не так много народу, и приходится кидать мне челов с высших дивизионов. На! Блять, что за удар, блять? Ну хотя бы в створ бы попал. Так. Офсайд был? Офсайда не было. Уэйн Руни! Блять, ну вы сами видите. Ну это пиздец какой-то. Пиздец. Ну как в таких моментах, блять, не забивает карточка Уэйна Руни? Там же статы просто невероятные. 90 тысяч миллионов завершения. Как он с такой, блядь, позиции убойной не забивает? Какой уже матч? Это уже не совпадение. Это уже не дело в том, что там у меня какие-то кривые руки или еще что-то. Типа, вы сами видели, сколько голов я забивал за Игуаина. За Игуаина, блядь. Блядь, Уэйн Руни, что за удар? Как слабо. Так, ну, пасы хотя бы у тебя прекрасные получаются. На, Криштиану. Хорошо. Вот Криштиану показал, как нужно
Файнесом завершать. Но отмечу, хороший пас свой на руле. Так, 2-1. Рано расслабились. Да, блядь, Сколс. Боже мой. Какой пиздец. Блядь, ну что за удар? Бля, ну анимация вот прям, ну вот максимально заскриптованная. Бля, я как будто каждый матч, бля, в финале Лиги Чемпионов играю. Ребята, я вам базарю. Так мои соперники выкладываются. Короче, чувствую, после этого матча я перейду на пастген. Пизду этот на X-ген, знаете ли ваш. Ну, просто за... Ладно, так или иначе, Руни игрок матча. Сейчас мы должны были выигрывать, просто в пустые ворота я не умудряюсь забивать. У меня реально уже какая-то тильтуха пошла. Робен, Торрес, Святой Максимин, Трауэре, Банди Джукей. Ну, очередной сильный состав, но без суперметовых игроков. Сейчас я перешел уже на PS4 версию. Смотрим, как здесь у нас геймплей пойдет. Вот так вот сделать. Ой, хорошо. Руни, ну-ка. Хорошо, блять, я думал, сейчас опять мимо полетит, серьезно. Но вот почему-то показалось, что мяч летит мимо, но слава богу нет. Празднование Руни, Сколс поднимает его. Криштиану, Решфорд, все обнялись. Так, Руни, хорошая передача на Криро. Вот пасы он прям хорошо раздает. Возможно, его стоит использовать на ЦП реально. Так, ну раскатал базару, но 1-1. Так, а сейчас смертельный номер. Пытаюсь пройти всю команду. Ой-ой-ой. Реально прошло. Лол. Бля. Надо почаще вспоминать про кнопочку R1. Она очень имбовая. Так, Уэйн Руни. Ну-ка, вверх. Бля, он вверх выиграл. Но, к сожалению, перекладина. Но с его-то ростом выиграть вверх — это уже достижение. Вот вам и ответочка, блять. Ой, бля, второй матч 2-2, я в ауте просто. Ну, Адама Трауре, свеженький, хорош. Кик-оффная. Матчи просто не на жизнь, а на смерть, я вам базарю. Давай, Уэйн Руни. Ну вот сейчас мне хочется лонгшотик проверить, вот такой вот. Хорошо, вот такие вот голы я жду от Уэйна Руни, ребята. Неужели я так многого прошу от чувака, у которого удар такой же, как у Прайм Роналду? Вот вы сами посмотрите, такой же шутинг у него. Ну и заметьте, я забил за него наконец-таки лонгшот, как перешел на PlayStation 4 версию. Ну, у меня есть уже проходной двор какой-то непонятный, ну а Торрес времен Челси тоже как бы врывается на эту вечеринку. Так, Уэйн Руни, ну-ка. Ай-яй-яй, вот сейчас сильно так летело, мощно. Голкипер жалко вытащил. Нормально, вот сейчас лонгшоты у него полетели. Уэйн Руни хэт-трик в последнем матче. Красота. Соперник был непростой, вы сами видели. Мы ноздря в ноздрю шли в какой-то момент, но... Заменки у меня с Адамой Трауре, кажется, зарешали. Если вам нравятся, ребята, подобные длинные обзоры на игроков, естественно, ваши лайки, ваши комментарии мотивируют. Я дико кайфую от каких-то обзоров на необычные карточки, поэтому, если это у нас взаимно, покажите активность, собственно, под этим видосом. Ну и давайте, ребята, подводить итоги. Квадрадо, 6 матчей, 1 голевая. Особо неприметный щел, но в каком-то моменте, я помню, он прям зарешал. Минди, Варан — это дефолт, сами понимаете, говорить особо нечего. Буатенг мне вообще не нравится, неповоротливая телега. Тоти Нойер, ну... Как бы вы сами все видели. Про Дэвида Бекхэма у меня был отдельный ролик на канале. Передачи, в принципе, неплохие. Так, карточка по фану вполне себе ок. Блан, я его периодически использовал на позиции ЦЗшника. Там он еще более-менее, но в центре, опять же, какой-то он неповоротливый. Сколс, гол плюс ассист. Криштиану Роналдо просто перестал мне нравиться, потому что карточка определенно хуже, чем его дефолтная. Очень много порит моментов, поэтому... Не рекомендовал бы его использовать, если вы будете играть в Викингу. Если так, по фану, типа, поностальгировать, то вполне себе. Решфорд у меня дохиллиард матчей сыграл. В принципе, карта прикольная, про него особо сказать нечего. Ну и, собственно, Уэйн Руни. 6 матчей, 7 голов и 1 голевая передача. В принципе, по первым ощущениям, карта неплохая. Ну, это прям просто неплохая, и все. То есть, нельзя сказать, что это какая-то имба, который забивал все, что может. Вы сами видели, сколько моментов он мазал. Но при этом я не могу сказать, что я прям
настолько плохо играют, чтобы не отличить хорошего игрока от плохого. Типа на карте показано 94, сила удара, подкрутка, вообще все по максималке. То есть, по идее, у него каждый удар должен залетать. Но при этом вы сами помните, как у Игуаина летели эти Файнесы. 31 матч, 37 голов. Они играли абсолютно в одинаковых условиях. У Руни все лишь там на двоечку пейс хуже. Но при этом вы и сами видели, какой подбор соперников был. Поэтому, возможно, это не объективно. Да вообще все в этом мире не объективно. Потому что каждый оценивает там со своей какой-то колокольни. Вот я сижу во втором дивизионе, играю с потными соперниками, много матчей проигрываю, много матчей играю в ничью. А вот кто-нибудь соберет там чувак, который играет там, я не знаю, в пятом, там, четвертом дивизионе, и просто будет там всех на изи раскатывать, забивая по 5 мячей за матч. И потом придет ко мне в комментариях, напишет: о, пандос, бля, ты играть не умеешь, вот я играю, я, бля, хэт-трики там хуярю в каждом матче. Поэтому это все не объективно. Поэтому не стоит расценивать мое мнение как там, не знаю, максимально правильное. В любом случае, если вы получаете удовольствие от этой игры, если вы хотите играть карточками, которые вам нравятся, соберите Wayne Rooney, кайфаните. Не обязательно сидеть и потеть в эту игру, чтобы показывать какой-то максимальный скилл. Вот я поиграл за Rooney, кайфанул. Собрался я вот Retro MU, и вообще, как бы, какие ко мне вопросы? Типа, удовольствие я получил, это главное. Я даже кайфанул от карточки Пола Сколса. Ну и также отталкиваюсь от того, что у меня состав был не самый метовый. И клоню это к тому, что если у вас будет супер-пупер состав, и у вас найдете место для Wayne Rooney, возможно, как-то по-другому все это дело будет играться. Все-таки футбол — это командная игра. Скорость рывков 86, вот это вот такое, знаете, типа, я замечал, что он... типа неохотно как-то бегает. Вот передачи классные, дриблинг крутой, по дефу сказать ничего не могу. Физика, ну типа, соу-соу. Типа, не всегда он толкался так, как мне хотелось бы. Все-таки напор 91 и сила 90. Ну, смотришь на эти параметры и ожидаешь как-то немного большего. Хотя я сейчас вспоминаю последний матч, идеально залетел лонгшот. Короче, не знаю, вот эти вот ощущения, знаете, ну все-таки мы играем в FIFA, вы сами поймите. Типа вот объективно, опять же, ничего нельзя, блядь, сказать в этой игре. Типа, где-то геймплей не завезет, где-то тебе просто не повезет, где-то все соперники сильные попадаются. Но, так или иначе, первые ощущения, ну, типа, приятненькие. Классная карта для души. Стоит она не так уж и дорого, 400 тысяч, поэтому, если вас жаба не душит, соберите и кайфаните. А с вами был я, PandaFX. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. А если вы уже успели поиграть за эту карту, пишите свое мнение, будет интересно почитать. Чао, какао.